Ребят, всем привет, на канале Ванчик-пацанчик. В этом видео я бы хотел попробовать. Что из этого получится, смотрите видео. Ну а перед тем, как мы начнем, приветики. Привет, Джиман Архиман. Привет, мистер Госплей. Привет, Дуалет из Басов. Привет, Тим Кот Артем Евдокимов. Привет, мы Веном. Привет, мистер Павел. Привет, Денис Каштанов. Привет, Тихоня Т. Привет, Google Play Play. Привет, Андрейка Батарейка. Привет, Милена Балясникова. Сет. Ну что, ребят, на этом все приветы. Погнали играть, приятного просмотра. Так, ну что, ребят, погнали. Буду играть... О, сейчас звук включу, что он мне не включен. Так, буду играть на призраке. В принципе, это моя традиция, если я что-то проверяю, я играю на призраке. Чтобы монашка меня не убила, ни в коем случае. Так. Я Ванчик-пацанчик, я буду хорошо себя вести. Да, это мы все знаем, что я буду хорошо себя вести. Так, значит, что мне понадобится в этом видео? Мне понадобится мало вещей. Это, собственно, жвачный пистолет, который мне нужно перезарядить сейчас. Для этого мне нужно просто найти баночку. Надеюсь, она будет у нас в классах. Никогда не могу забросить с первого раза. О! Отлично. Надеюсь, мне маленький кабель не понадобится. Но нет, это не так. Похоже, что он мне в этом видео и пригодится. Наш маленький-маленький кабель. Так, вот когда... Ой, монашка уже ушла. Когда, к примеру, нужны банки с жвачкой, их нет. А когда они нужны, они стоят именно в классах. Ну, это специально так. Это все специально. Все под... О, господи, блин, монашка. Все подстроено, соответственно. Так, нажимаем на кнопочку. Уже нажал. И погнали. Быстренько бегу. Иду сюда. Надеюсь, жвачки здесь. И да. Ура. Мне не нужно далеко бежать. Так, сейчас скину жвачки. Монашка, что ты сюда идешь? Так, и пойду за маслом, потому что оно у меня на втором этаже. Решил не бегать кучу раз туда-сюда, а все сделать одновременно. Так, не буду туда масло кидать. Не вижу в этом смысла. Кину его вот туда, вниз, и пойду заберу банки с жвачкой. Смотрите, как они стали. Ого, как банка стала. Так, кстати, на банке с жвачкой я думал, что это такое. А это кровь, смотрите, это реальная кровь. Ну, понятно, что не настоящая, но довольно-таки похожа. Хоп, отлично. И сейчас смазываем механизм. Так, и теперь мне нужно ждать, когда лифт поднимется. Ну, желательно мне вот здесь еще где-то пошуметь. Где и чем? Давайте... А, лифт уже приехал. Так, отлично. Сейчас я уроню жвачный пистолет. Но для начала мне нужно же еще факел поджечь, который... Точнее, уже много факелов, которые здесь стоят. В уголочке нас ждут. Да блин, чего он не поджегся? Факел, поджигайся быстро. Что непонятно сказал? Все, ура. Сейчас главное не накосячить. Ведь я люблю косячить. Опа. Иди сюда. Промазал. И быстро бегу. Ну, я, в принципе, успеваю. Сейчас главное, чтобы монашка ни в коем случае не оторвалась. Поджигай ее. Смотрите, горит. Она просто упала. Она говорит что-то. Слышите? Она говорила только что что-то. Понимаете, короче... Монашка тупо вырубается, она отключается.
И лежит здесь. Ого. Это очень круто. Смотрите, реально, как она лежит. Просто как будто она от болевого шока там потеряла сознание и просто так упала. Как будто она под снотворным. Смотрите, как пистолет прикольно поворачивается, так вверх ногами. Опа. Ну, я сейчас жвачку эту соберу. Что, они пропадают? Теперь-то... А может быть, монашка больше не проснется? Жалко, я не могу взять этот молот и ей голову разбить. О, очки можно взять. И что я с ними могу делать? Так, ну пока монашка валяется, можно, в принципе, прыгать на батутике. Смотрите, короче, что теперь можно делать. Можно свободненько себе запрыгнуть на пиньяту, ребят. Что раньше с помощью батута сделать было невозможно. А теперь... О, монашка воскресла! Я думала, она уже не возродится никогда. Прикол. Хопа! И я на... пиньяте, и меня никто не достанет. Ох, прикольно. Ну, а с вами был, как всегда, я, Ванчик-пацанчик, монашка. До скорых встреч, всем пока. The Freak Sack.